See it. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские... Женщина, но я хочу, чтобы ты выжил. Чтобы ты жил долго и счастливо. За себя, за меня, за мою мать, за всех, кто работал на нашей фабрике и погиб здесь. Меня зовут Татьяна Иванова. Вчера ночью наш завод разбомбили.
погибла вся ночная смена, в том числе и моя мать. Дорогой друг, я прошу тебя, прошу, верни наш завод к жизни, восстанови его. Это завещаем тебе все мы, кто воевал, кто трудился для фронта, кто жил в это трудное время. Мы надеемся на тебя, слышишь? Мы верим тебе. Татьяна Иванова.